Мы остановились именно на этой точке, потому что здесь открывается прекрасный картон. На инвалидческий комбинат. Правильно, Светлана Петровна. Инвалидческий металлургический комбинат строится у нас в городе Липецке в 31-м году. А до этого металлургия также процветала у нас в городе. И основателем первых железоделательных заводов, по легенде, был сам император Петр I. Первый железоделательный завод был построен в 1706 году. Их место расположения вы можете увидеть в Нижнем парке, где стоит памятник пушки. Эта пушка отлита на наших железоделательных заводах в 18 веке. Ну а если говорить про наш современный металлургический комбинат, то вот для того, чтобы получилась вот такая огромная макина, которую приезжие иногда называют, а что это у вас вдалеке за такой динозавр лежит? Чтобы построить такое сооружение, было вырублено огромное количество зеленых насаждений. Весь левый берег был лесом, поэтому каждый год Новолипецкий металлургический комбинат помнит, что он сделал с этим берегом, поэтому каждый год в городе сажают, работники НОМК сажают новые деревья. Они помогают озеленять наш город. И посмотрите, мы идем по Липовской улице, и везде растут липы. Отсюда и название города Липецка, потому что в нем всегда было много лип. Эти липы посажены в советское время.